Табакан. Отсюда сегодня утром военные начали обработку. Занимается этим подразделение радиационной, химической и бактериологической защиты зенитной ракетной бригады. ЗИЛ с цистерной разбрызгивает специальный состав. Точно так же обработают ЖД и автовокзалы, территории вокруг больниц, парковки и площади у торговых центров, рынков и другие общественные места. Всего около 30 объектов. Мероприятие спланировано с 1 по 14 число. Вот. Будем планово, не все объекты разом, а поэтапно каждый объект. Все мероприятия попытаемся выполнить в утренние часы до начала рабочего времени. Опасаться абаканцам не стоит. Жидкость не представляет из себя что-то инновационное и химически агрессивное. Для обработки используют военный дезинфицирующий раствор на основе хлора, 2/3 соль. Военные уже использовали эту жидкость в гражданских целях. Например, при обработке территорий после паводков. Раствор 1%, безопасен для людей и растений, а вот вирусу не поздоровится. Просто, но эффективно. Городские службы сами обрабатывают общественные места еще с конца марта. Дважды в неделю дезинфицируют остановки, почти ежедневно парки и улицы. И все же для Абакана помощь Минобороны в борьбе с опасной инфекцией очень кстати. Мы не рассчитаны, наши предприятия обслуживающие не рассчитаны на такую нагрузку. То есть и техники своей не всегда достаточно и всего прочего. Поэтому такая помощь, она, конечно, своевременна, она, в общем-то, полезна и приветствуется. Обработка закончится в середине июня. Как раз к этому времени в республике должен пройти первый этап снятия ограничений. Ольга Барловская, Андрей Доржун, РТС.